казалось бы, так сложно какие-то претензии предъявить игрокам, за исключением эпизодов с стандартными положениями. Стандартные положения проиграли и проиграли игру. По всем другим показателям мы имели и моментов больше, и на мой взгляд, игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу. Замена Самедова. Мне показалось, что он после предыдущих матчей устал. Ну, конечно, Черлук высокорослый игрок, и в воздухе он выигрывает практически все, но здесь были и наши ошибки. Когда Джонатас поменял свою позицию во втором тайме, и он стал стандартно атаковать не с ближней, а с дальней, нам тоже нужно было перестроиться, но там игроки в процессе игры не перестроились.